Я искренне считаю данное видео одним из лучших видео, которое удалось мне разместить на моем канале за этот год. Обязательно оно будет переведено, и я обязательно постараюсь сделать так, чтобы его увидело максимальное количество людей. Он нормально, все быстренько убежал. То есть. Ну да ты помнишь ее. Ладно, можно перейти. Пойдем. Не первый раз. Не привыкла. Мы там гуляли вчера, провожали друзей. Оно почти возле нас, только через пару путей бухнулось. Вот этот мальчик вчера плакал в переходе. А ты не плакала, дорогая моя? Я не плакала, я дрожала. Мне тоже сказали, что ты плакала. Куда уезжать, детка моя? Были бы у нас деньги, да, мы бы уехали где-то куда-то. И это хуже... же издевательство над людьми. И хуже, и хуже. Хуже, и хуже. С каждым днем. Каждый днем хуже и хуже. Знали. Ой, боже мой, боже. Я хочу мира, перестаньте стрелять. Каждый день бахают. Что нам делать? Вот как вчера творилось. Мне, я уже лег на пол, мы все не могли на пол ложиться. Вон, одного ранили, второго в спину, а другого в ногу. Мы здесь до перехода добежали. Да, сидели там, плакали. Хочу мило его, что в этой не было. Чтоб все люди мирно жили. Они погибали, как настоящие. Но нас показывают одно по русскому каналу, что укропы виноваты, у них по-другому показывают. Укропы, хоть и не есть укропы, но они же все равно же тоже люди. ДНР победят. У каждого погиб отец, мать. Самолет летал, осколки пускал. Да, мы уже столько прожили, сколько война прожила. И дай мне на велосипеде покататься. Мы не можем на ногу гулять, стреляют. Мы или отпросимся у родителей. Родители разрешают только денег бахают гулять. Да. Только во дворе надо гулять. Вот как сейчас. Тоже военный. А я хотела быть журналистом. Да, журналистом. Стекла дрожат, у всех стекла дрожат. Да, и так, в пятиэтажку попало. Он через дорогу в 59-й дом попал снаряд. И в пятиэтажку попало осколок. У нас в квартире окна подходили даже. Да, и там вверху на крыше осколок попал в пятиэтажку. Война и есть, которые люди... Это ужас, когда ходят, стреляют... Убивают всех, снаряды падают, разные города. Самое худшее это родители, когда что-то с ребенком случается. Пусть лучше не знают украинские дети, что такое война. Мы хотим мира, и чтобы... Я мира хочу, козлы вы все!